Летом 2023 года прошло самое масштабное музыкальное событие страны. ВК-фест продлился целый месяц и охватил 5 городов. Открытые площадки площадью в несколько гектар, тематические зоны и активности – все это было раскидано по всей территории. С утра и до самого вечера проводились лектории со знаменитыми спикерами, а на сценах выступали артисты. Для такого масштабного мероприятия точно необходима навигация, ведь посетители легко могут потеряться среди ярких локаций. Производственная группа «Лига» произвела уличные киоски и разработала уникальное программное обеспечение. Мы провели полный комплекс по производству интерактивного оборудования. Доставка, монтаж и пусконаладка оборудования, отрисовка интерфейса, разработка и настройка программного обеспечения. Сенсорные уличные киоски – всепогодное решение для мероприятий под открытым небом. Повышенная степень защиты уберегла оборудование от дождя, который шел во время проведения ВК-фест в Санкт-Петербурге. Киоски расположились по всей территории фестиваля. Их можно было увидеть даже в толпе зрителей благодаря яркому брендированию и атмосферной подсветке на торцах. Наше решение позволяет подробно ознакомиться с мероприятием, узнать, какие исполнители выступают и на какой сцене, изучить краткую биографию артистов, узнать расписание и местоположение активностей, проложить к ним маршрут. Производственная группа «Лига». С 2013 года создаем готовые решения для масштабных проектов.